Сирийским армянам продолжат помогать на родине. Для беженцев собирают медикаменты, продукты и одежду. Гуманитарную помощь получили 44 сирийских семьи. У нас в Сирии было все – работа, дом, но не было безопасности. Именно поэтому мы и решили уехать. Нам сейчас тяжело, потому что нет работы. Если будет работа, спокойно проживем. Быстро найти работу в Армении получается не у всех беженцев. Кандидатов много, а вакансий мало. Чтобы помочь людям, мэрия Еревана, общественные организации, представители российского посольства и прочие граждане Армении провели акцию по сбору гуманитарной помощи. Армения приняла сирийских беженцев и сделала все для их интеграции. Хочу отметить, что из 17 тысяч беженцев у 12 тысяч есть гражданство Республики Армения. Сирийские беженцы пользуются в Армении бесплатной медицинской помощью. Государство оплачивает учебу студентов. Люди получают армянское гражданство. За последние 3 года из госбюджета страны на эти нужды выделено свыше $500 000. Однако средств катастрофически не хватает. Евросоюз уже обсуждает возможность представления Еревану помощи в связи с наплывом беженцев.